Бассейн «Дельфин» не узнать. Ни плавательных дорожек, ни воды. Спортивный объект ежегодно закрывается на лето для технического обслуживания. Профилактические работы у нас проводятся в связи с конструктивными особенностями нашей кровли, потому что она прозрачная и пористый, ячеистый поликарбонат, поэтому как бы у нас тут температура высокая, поднимается летом, когда жарко. В связи с этим мы не эксплуатируемся. На самом деле любой бассейн – это сложная система коммуникации, спрятанная под самой чашей. Здесь и фильтры для воды, и десятки метров труб, и другое специализированное оборудование, без которого бассейн попросту не будет функционировать. Список профилактических работ из года в год примерно одинаковый. Помыть чашу, обработать ее, спуститься в подвале посмотреть наше оборудование, тоже как бы за промежуток работы, за сезон все-таки что-то подизнашивается, а ремонтировать на наполненном бассейне это не получается, это надо останавливать и осушать чашу. В течение лета все плановые работы подойдут к концу, и уже в начале сентября бассейн «Дельфин» вновь откроет свои двери.